сейчас будем начинать смотреть, да. Ну что ж, второй пик от Invictus Gaming. Ну что, можно взять Войда? Ну, почему бы его и не взять, собственно, да. Scar of Mag же есть, вроде как дефолтно, и до нового патча эту комбинацию брали там первыми двумя пиками, и все это прекрасно срабатывало. Ну, почему бы? Действительно, этого Войда и сейчас не забрать. Минус Enchantress тем временем, ну и еще парочку банов нужно будет сделать. С другой стороны, Войду здесь будет некомфортно смотреться, потому что уже есть герои, которые этого Войда в какой-то мере, в какой-то степени катят и хейтят, да, то есть Вайпер. Но напрямую с ним вообще общается на ты, на иди отсюда своим вайпер-страйком и жутким замедлением. Ну и Vengeful Spirit в какой-то степени тоже спасает своих тиммейтов из-под купола, либо там Войда высвапывает, в общем, не дает комфортно под куполом убивать этому Войду. Ну и, скажем, уже эти два пика были готовы под Войда. Вряд ли неплохой. Ну, муж и знает, что делает, муж и умеет пикать, и давайте посмотрим, что же дальше у вас будет. Банится Лич. Ну там я вижу на параллельном стриме, все как-то не может у нас продолжиться второй матч, какие-то большие проблемы, так что, видимо, все-таки матч последним будет именно матч, который идет сейчас на канале StarLadder 1. Ну, ничего страшного, я думаю, все, проблемы решатся все. Почему на этом матч проблем нет? Потому что, наверное, все-таки это на дота-сцене матч проводится, а там, где играет сейчас на VLGD, там матч, по-моему, на мейн-сцене этой World Cyber Arena, поэтому что-то может работать не так. Прошу прощения, немножечко подзамерз. Итак, минус Бэтрайдер у нас Invictus Gaming, last бан в этой стадии от Тима Лейжа. Ну и, в принципе, от Муши, что здесь бан плюс пик. Убирают еще одного героя, который что-то может сделать в купол. Айсбласт в купол, это весьма неплохая комбинация. Ну и посмотрим, что же дальше будет Малейша забирать. Какие герои у нас остались из тех, что пикаются довольно-таки часто? Кстати, что интересно, игнорируют Террор Блейда, раз, игнорируют Нагу, два. Игнорируют кого еще? Ну и самых таких, наверное, противных героев, вот только эти. Террор Блейд есть. Есть Легион Командер из новеньких, да? Бристол Бэк собирается бить Малыжа. Неплохо, неплохо, очень толстый герой, опять же, Войду некомфортно, вроде бы не первым, второго, третьего он забрать спокойно не сможет. Что неприятно. Но очевидно, что Invictus Gaming то Войду будет держать просто как оффлейнера. Это будет самым правильным решением, как в части мейн-керри уже точно не сделаешь. Это было бы убер-убер-убер бессмысленно. Ну и смотрим, что будут выбирать дальше. Ну, под Scar of Mag сейчас должен быть какой-то суппорт. Ну, Чуань на Сенкинге исполнял в той карте. Тут, конечно, стоит отдать ему должное. И он действительно творил чудеса. Он собрал себе один из быстрейших пикеров, наверное, на этом турнире. Сделал там First Blood и много чего он сделал. Но это Сенкинг. Это Сенкинг, это, к сожалению, в текущей дота-сцене не тот герой, который может игры выигрывать соло. Но в любом случае, почему бы этого героя не взять? Во всяком случае, если начало игры удается у Сенкинга. То есть, да, хорошо. Тем более, с Scar of Mag это весьма неплохая комбинация способностей. Плюс ко всему, эпицентр и под купол неплохо залезает. Так что, в общем, одни плюсы от этого пика. Будет ли брать у нас Кси этого героя? Сейчас узнаем. Ну да, логично как бы. Я уж не знаю, почему столько времени тратил на Кси на выбор этого героя. Он тут опрашивал, он просился, он кричал, бери меня, Кси. А Кси еще и вот так вот высокомерно просто игнорировал. Вот до последнего он потом все-таки решил взять. Так, ну Тим Малейджа. Бристлбэк это здорово. Бристлбэк это, так понимаю, какой-то оффлейнер будет. Вайпер там, ну, куда-то в мид, возможно, пойдет. Венга у нас в качестве суппорта. Ну и триплу надо добирать. А, вот, вы знаете, вот здесь Висадж... Дроу Рейнджер как-то вот неплохо смотрится. Я уж не знаю, умеет ли Тиммалейжа через них играть. Но, будучи Титаном, они явно такое не исполняли на моей памяти. Но вот идеально вписывается. Вот тут прям что ни говори, но вот Висадж, Дроу Рейнджер последними пиками заходит на ура.
посмотрим. Сейчас можешь определиться, что же он хочет увидеть в этом пике. Так, ну и теперь муж-док. Думает, Вич-доктор разбирает себя. Но пока Вич-доктор. Окей. Пока второй суппорт, ну, в купе с Vengeful Spirit, в принципе, неплохую связочку образуют. Так, пока, говорит, можно поубивать, в принципе, есть в этом потенциал. Why not? Ну и Nictus Gaming, вот теперь давайте показывать, какие кор-герои, кем будем фармить, кем будем в миде стоять. Надо определяться уже. Дум есть, вот, кстати. Да, забыли про этого героя. Квапу забирает нас Кси. Что Феррари на Квапе соло мид. Еще один герой, который дает хороший магический прокаст. И АОЕ прокаст. Но вообще с АОЕ Invictus Gaming все хорошо. То есть какие-то замесы 5 на 5 до определенного момента времени, они должны будут выигрывать. Это определенное время, конечно же, это покупка БКБшек на кор-героя хоть и же. Вот как только БКБ появляется, все, Квапа может уже в замесах не участвовать, Цингинг туда же, в общем, Скавровмаг тоже может отправляться покурить куда-нибудь, в общем. Но на начальной стадии, да, Nictus Gaming могут вот эти вот АОЕ комбо-бомбы исполнять, и будет это круто смотреться. Ну что ж, по одному бану сейчас нужно будет сделать. Очевидно, что Nictus Gaming не хватает какого-то керри. Вопрос, какого керри брать? Брать кентавр вообще. Ну, кентавр у нас, как 7 керри, периодически тоже бывает. Да и вообще кентавр весьма неплох. К любому пику подходит абсолютно. Дум убирает у нас Nictus Gaming. Ну и кто же фармить будет у Тималыжа? На самом деле, взять еще одного героя, которому будет все равно на этот АОЕ магический прокаст. Или, вы знаете, взять просто Сайленсера. Вот Керри Сайленсер. Я очень не люблю Керри Сайленсера. Прям хейчу постоянно его. Мне кажется, это вообще не самый крутой пик, который можно сделать. Но вот в данной конкретной ситуации Керри Сайленсер заедет. Вы представьте, что будет с бедной Скавровмагом, Сенкингом, Queen of Pain, если два Глобал Сайлента зайдут в замес. Они же просто, их просто размотает. И драки не будет никакой. Два Global Silence, они помрут. Это может заехать на самом деле. Но это очень рискованно. Решили от World War безопаснее такого героя взять. Тоже с шикарным, конечно же, с антиклипсом и так далее. Ультимейт у него замечательный. Лишает маны в 100% случаев. Тоже знаем после последнего апдейта. Астральчики дает, интеллекта лишает. Ну, неплохо, неплохо. Думаю, сам муж и возьмет от World War, пойдет в мид и будет Квапу уничтожать. Ну и Виви разбирает себя IG в качестве мейн-керри. Окей, определились с выбором героев. Давайте тогда смотреть за этой картой, что нам еще остается. Пожелаем удачи обеим командам, конечно. Ну и Invictus Gaming. Я не знаю, ну, опыт, конечно, у этих ребят большой, очень-очень много выступлений на различных онлайн-турнирах, конечно же, на LAN-турнирах, на интернешнале бывали, практически каждый в интернешнале бывал, да, даже, нет, Чизбага не был, наверное. Джун на интернешнале был, хоть и выступил не очень хорошо, Чуань Феррари, ну, понятно, Кси тоже был. В общем, да, опыта много, поэтому в такой ситуации, когда вы находитесь на грани вылета, эти ребята смогут подсобраться и смогут, в принципе, показать достойную игру. Не будет никаких дрожаний в пальцах и неверных решений каких-то. Сейчас вот Феррари, Чуань там будут руководить процессом. У Тималыжи может быть не особо много. Ну хотя вы знаете, тоже опытные ребята. Они на третьем интернешнале бывали и занимали весьма неплохие места. Четвертое место у них, по-моему, было, если я не ошибаюсь, на третьем инте. Так что очень-очень-очень серьезные у нас подобрались здесь игроки. Ну, давайте знакомиться, кто на ком будет играть. Охайо действительно сложно. Bristol Becky, суппорт X на Vengeful Spirit, второй суппорт Net на Witch Doctor, муж и соло мид от World Devour, ну и на легкой будет фармить куку на Viper. Все понятно. Ну и IG. Да, Faceless Void действительно сложная. Ferrari действительно соло мид Квапа. Первый суппорт Чизбак на Скавровмаг, второй суппорт у нас Чувай на Сенкинге, вторую карту подряд будет играть, ну и Xi на Виверочке. Окей. Ну, вот, кстати, вот по поводу последнего пика мы особо с вами не поговорили.
Герой хороший. Хорош, особенно тогда, когда у противника особо контроля нету. Но вот в данной конкретной ситуации контроль как таковой-то, в принципе, есть. Ну, то есть, ну, каски, Vengeful Spirit стан дает, Full Dwarf спрятать можно. То есть, как-то можно, в принципе, дизейблить этого кси. Не самый лучший дизейбл на свете, конечно, но они есть. Но, опять же, никто не запрещает ребятам на Steam Malaysia этого кси поначалу гонять как-нибудь. Ну, например, сейчас два суппорта тут сложно. Расставляют варды. Может быть, какую-то часть времени здесь проведут. Начальную. Нет, не хотят. Видимо, не хотят. Драка за руну будет. Вот. Найт ставит вардец вот такой вот. Защитный вард для Бристлбека. Дабы не гангали его постоянно. Ну и здесь тоже вардец поставили. Нижнюю руну контроль. Хотя вот на самом деле варды-то проставили, а руны забирать не смогут. Руны будут забирать обе ребята из IG. Ну, Фестлспойд взял себе ускорение. Хейс здесь, но он не самый полезный рунам, прекрасно понимаем. Особо много, наверное, сделать не сможет. Хотя, смотрите, сейчас будет спуливать на себя пачку крипов. Какой демон, да посмотрите, что творит. Медведя включил в себя такого, да, вот у нас раньше. С умоном, с передбиром, так вот тоже крипы подводили под свой тавер, и там их уфармили. Сейчас он еще и на пачку своих крипочков сведет. Будет норм. Нет, решил по тавру. Нет, ничего не думает. Он не знает, что же ему делать, но вот, вот так вот решил попридержать немножко. Ну и Вайпер, смотрите, тоже отправляется крипами своими. Немножко такая странная ситуация, полный абсурд. Но вот куху приходит, крипов, видим, своих заставляет сагариться на крипов противника. Не, ну Джун все равно молодец. Как бы там ни было, Джун красавчик. Он все-таки под своим тавером первую пачку крипов забирает, и у него уже появляется таймволк и бэктрек. Уровень второй. Так что все качественно сделал. Ну, как бы там ни было, Вайпер, очевидно, сильнее намного, чем Faceless Void на линии. То есть куху здесь, думаю, сделает даже упор на Незер Токсин, конечно же. И несмотря на наличие бэктрека у противника, будет его накидывать постоянно какой-то атакой такой. И проклинать, ядами его там настакивать. В общем-то, Джону будет не весело. Ну и Фростбат, а теперь на топ-линии. Нет, на мидлые не делаются. Все-таки был ганг странные ребята из IG. Убивают Волдваура, неплохо. Чудо пропустил я этот момент. Не, я просто видел, что на топ-линии там дерутся. 3 на 3 персонажа. Думал, там еще ну, ничего такого интересного не будет, мало. Невысокая вероятность того, что тут кого-то бы убил. Оказалось, что внезапно такие IG быстрые переместились на мидлейн. Загангли от Волдваура, ну и Муши начинает со смерти эту карту. Ну и суппорт далеко-то не ушли. Снова стоит чувак вместе с Чизбагом. Кстати, тут у нас активизировались и суппорт, и Team Malaysia. Сейчас подконтролит руну, я думаю, да, на второй минуте она появится. Что же достанется кси? Остается это баунти руна. Снизу Джун дабл дэмэдж. Ну, вот очень полезная руна. Тебе хватает. Дабл дэмэдж вообще то, что нужно. Еще пачка крипов за ним идет. Можно себе тут и уровень четвертый какой-нибудь попытаться нафармить. А еще, может быть, даже помимо сапога что-то будет. Неплохо, неплохо. Так, ну, в принципе, Феррари-то можно тоже забрать. Но здесь важно развести, что ли, сперва на блинк, а потом кинуть в астрал, чтобы подошли суппорты. Ну, если сперва кинуть астрал, то после астрала Феррари просто сделает блинкаут, и достанет его не получится. Ну, в общем, стоят, смотрят, ждут, понимают, что ничего не получается. Икс в итоге смещается на нижнюю линию. Оставили одного Охайо. Охайо апнул себе левел 3. Ну, в принципе, против Вивера он должен нормально стоять. Да, очевидно, что Вивера в какой-то момент времени будет гонять. Там джемент атака и прочим. Ну, это же толстый Бристлбек. У него 3 брони. У него имеется Stout Shield, уже уровень 4. И, конечно же, прокачанная пассивка Бристлбек на двоечку. То, что нужно. Ну и вот Вайпер у нас 12 на 1, что там у нас у Войда Джун. 10 на 2. Ну вот за счет этих вот рун он неплохо смотрится. Очень даже неплохо. Наравне с Вайпер на линии стоит. Икспы только же получил. Ну, молодец. Джун пока неплохо вытягивает. Поставили сентривар здесь у нас ребята из Team Malaysia. Раздевардили. Возможно, теперь есть сделать какие-то отводики, чем у нас занимается Икс. Сейчас и вторую пачку крипов подтянет тоже тихонечко. Успеет же? Должен успеть. А, да, все окей, успевает. Ну и, в принципе, этих суппортов жизнь тоже налаживается. Так, Джун отпился. Начинается к сом драться. Джун. Ну вот, Апурман Шилд. В принципе, второй таймволк, он вообще никого не боится. Если у него пойдет какая-то агрессия, он сразу же уйдет просто на блинке и все. Так, ну-ка, что у нас там по крипстату? От Волдвауэр 14 на 9, Феррари 11 на 6. Ну вот-вот, да, начинает уже муж вот так вот делать. Вот так, какими-то нехорошими вещами заниматься.
лишает интеллекта у нас, видимо, с Феррари, но Феррари тем временем контролит руну. Баунти рун на топ-лейне. А снизу у нас... А, Пичток разобрал Хейст. Вот на что. И Нет возле мита где-то бегает. Да, ну вот кроме Ферзбада очень-очень спокойная игра у нас протекает. Чувань там не начал себе еще какие-то стаки делать. Настакал уже Чувань! Вы посмотрите, сколько здесь крипочков. Тут один крип не может найти себе место. Долбится. В общем, это все это дело нужно выфармливать сейчас. Чуаню. Хотелось бы, конечно, со вторым Сэндштормом, но и с первым тоже можно будет. Хотя вот делает отводик сейчас здесь. Если кто не помешает, апнет уровень третий. И вот здесь его будет ждать пол даггера какого-нибудь, да? Еще один такой стак, и уже будет полный даггер. Ну, правда, я хаю здесь. Пользуется тем, что суппорты его особо не гоняют. Заняты там какими-то отводами. Он получает себе левел 5. 1200 монет уже есть. Можно купить себе колечко. Можно потерпеть, купить себе пока Vitality. Да, ну и не хотят. Не хотят команды пока драться. Ну, мы с вами выяснили, что, скорее всего, ну да, ну, откровенно говоря, покруче будет все у Team Malaysia где-то к после 40-й минуты, после 30-й, да, будут игнорировать они полностью магический прокаст, поэтому если игра затягивается, с одной стороны, это Malaysia на руку. Но Эджи пока тоже особо давить не могут, да, все, что им нужно для того, чтобы вот использовать свои АОЕ комбинации, это уровень. Уровень 6 для Джуна. Вот скоро у него появится. У Феррари уровень 6 уже есть. Sonic Wave. Тоже, в принципе, уже может как-то что-то делать. Ну, а Чуаню, конечно же, нужен даггер. Нужен левел 6. И вот начнут они потом вместе собираться. Разводить противника. Заставлять его участвовать за месяц 5 на 5. И вот реализовывать всех своих героев. Джун. Очередной дабл дэмэдж. Вот ему ни одна баунти руна не упала. Ему все либо хаст, либо дабл дэмэдж выпадает. Пёртый Джун. Ну, сейчас вот возьмет пачку нейтралов, как соло заберет, и будет у него левел 6, и будет он молодцом. Ничего пока не хочет. Так, что-то у нас тут интересно для Куху летит. Для Муши став, окей, а для Куху будет лететь у нас хдресочка. Куху, ну да, это вайпер, это дефолтный вайпер через Меканз. Все окей. Ну, да, я так понимаю, пойдет форстав. Так, ну вот подпушилась очень сильная линия. И суппорты тоже вышли. Базилио исключенный. Вот-вот, спалили Джуна. Ну и Тара пытается забрать. Тяжеловато это будет сделать. Такого пуш-потенциала у этой триплы нету. Единственное, что они могут сделать, это райт-кликом брать очень быстро крипов. И вот пытаться своей пачкой крипов уже убивать. Ну вот подъехала катапульта. Тоже неплохо. Здесь еще и Муши рядышком. Тоже герой, который особо пуш-потенциалом не обладает. В общем-то, ну, вчетвером должны вроде как забрать. Есть там у нас какой-нибудь прирост от Икса. Нет, не прокачал он себе еще Vengeance Ару. Которая могла бы помочь. Керенджевикам так вот неплохо с руки дэмэдж носить. Ну, долго-долго бьют, да, и уже успевает сюда стянуться к Си. Есть у них Маквилл, и Джун уже готов ставить хромосферу. Таймволк на третьего уровня, впрыгивает, накрывает двоих неплохо. От Волдебар прячет этого Войда. Но есть уже Чуань. Сейчас будет выбирать линейку для подкупа. Ну вот Нет один стрял, скорее всего, Нет здесь у нас нужно продавать Нета. Да, продать Нета. Ну зачем Икс-то подставляешься? Лол, Икс тоже в итоге умирает. Зря подставился. Вичнектора нужно было просто там оставить, и пусть он бы там погибал пока получится. В итоге двоих потеряли, и 3-0 уже делают IG. Давайте посмотрим у нас. Батлок. Тут вот аж 130 монет заработали, 500 экспы на команду. Сразу поджимают смог. Охайо тем временем, правда, купил себе Вангуард. Вот кому эта драка пошла на пользу, это как раз таки Охайо. Ну, крип убил, левел 8 апнул. Мы сейчас знаем, чем будет заниматься Охайо. Это таким движением. Он будет заходить в наглую вообще в базу стан противника и будет стараться вытанковывать много дэмэджа. Тем временем на Волдвар пошла атака. Очень вовремя муж отходит. Стягивается, видимо, на Helpnet. И на этом все заканчивается. Стараются проявлять активность на сайджи. Пользуются всеми возможными случаями для того, чтобы атаковать. Но вообще, вот тут Кси сейчас против Вайпера. Кси уже чувствует, что как-то против Вайпера, наверное, даже сложнее стать, чем против Бристлбэка. Хотя этот герой неприятный. Тем более, это сложная линия. Никогда не знаешь, чего здесь ожидать.
Ну и в пень, говорит Кси, я ухожу в сложный лид, давайте обратно меняться. Хочу на свой топ, там фрифарм. Баунтируну забирать тебе вивер. Так, ну вот Чувань. Чувань арканбуцы себе купил. Очень интересно, Чувань, это не фаст такер. Это фаст арканбуцы. Ну, понятное дело, что его команда, конечно, будет нуждаться в мане. И вот этот вот арканы хотя бы на один команду нужны. И чем раньше, тем лучше. Так, вот здесь Кситерия не бегает. Нета пробивает. Свармы пошли. Нет прогрызает проходик себе. Очень больно Нету. Кси агрессор. Ну, форстав вот у ОД. Снова собирается по нижней линии, и опять же вчетвером. В очередной раз пытается забрать тавр. Так, готов ли тут хроносфера у Джуна? Готова хроносфера. Сейчас у него появятся денежки как раз таки на ТП. Вот он ТП покупает себе. Стягивается вниз. Ну и та же самая комбинация. Та же самая комбинация, плюс ко всему еще и Феррари в инвизе находится. Тут Соник Вейв может заехать просто на. Так, и Малейжи рискует повторить прошлый фиаско. Так, Джун, ну-ка давай, врывашки. Куполочек на одного нет, это не самый крутой куполочек. Вайпер страйк тем временем. Все, чизбага. Эпицентр залетает по куху. Есть Меканзм, кстати. Меканзм юзает, ствол 2, рутанул неплохо, минус кавров маг. Начинает пробивать с руки. Скай сделал байбек, Си здесь бегает. И Соник Вейв от Феррари хорошо, но не добивает никого. Продало хп куху, уже Меканзма нету. Пошли у нас тут Scream of Pain, и вот потихонечку все-таки лишают жизней IG своих оппонентов. Тут, правда, пришел Охаю теперь, а Охаю-то умеет. Охаю-то могёт, даблкилл сделал, и Кси гонит дальше. Втроем сейчас пытается его как-то развести, но он повернулся спинкой. И уже не так просто его пробивать. Тут такая, конечно, драка пошла. Чувань, кстати, может подкопать. Ой, не докопал немножечко. И ловит стан. Пацандри вардом. Охаю на разврате. Давай, Охаю. На этом самом разврате и бить противника. Чувань. Помирает все-таки от скулспреев. Охаю делает киллинг спри. Да, весело. Веселое у нас начало игры. Веселые замесы протекают. Ну, Бристл так показал, что, ребят, зря ему медали нафармить много всего. Сейчас еще это много всего будет увеличиваться, потому что есть вангуард и уже чейнмейл. Тут у нас на готове что будет вообще? Ну Кримсон Гуард. Ну Кримсон Гуард это вообще самый крутой артефакт из того, что можно собрать Бристл Деку. На команду увеличивать плотность. И так сложно пробиваемый герой. Так еще это эти вот Кримсон Гуард, конечно. Ну и в третий раз уже пытаются IG забрать тавр. На этот раз должно получиться. Здесь нету Войда с хроносферы, и хроносфера в кулдауне. Здесь просто нету дефа. Ну вот он, тот самый заветный артефакт. Так, что там у Феррари? У Феррари 2-0 талисмана. 2-0 трика, да? Кстати, Феррари дает весьма неплохие прокасты. Ну, как таковой, скажем, у него этим билд не увеличивается, да? В количественном, качественном размере. Ну, а ребята из MI собираются по мидлейну. Забирать товарочки, там пытается притушить у нас Феррари. Тут у нас Икс зашел, и через баг соло пытался забрать, но подхил от Меканзма. И Мистик Флэйр ушел никуда. Но тут же он и готова хроносфера. Эпицентр, в принципе, есть у Сенкинган, но без даггера. Это, конечно, большая проблема. Вот сейчас вот нужен был быть даггер. Но никак не Аркан Буцер. Так, Кси 1-0-4 тоже не умирал и приносит себе персонец. Ну да, вот теряет нас IG. Посмотрим, что у нас происходит по графикам. Вот IG немножечко впереди. Здесь 5 монет ставит с куполок. Джун, наглец. Взял с Denial Tower. Потратил, правда, хроносферу. Потому что читавр упал. И именно этого эффекта добивались Team MI. Что по XP? По XP IG в плюсе на 2000. Ну, продолжает гнуть свою линию Team Malaysia. Вот так вот собирает теперь топ-линию, спушивает один тавр. Ну, почему бы нет? Раз противник дает, надо этим пользоваться. Чувань снова пытается фармить, что же у него там появляется? Появляется пока только Magic Wand. ПТ у Охаю. Блин, ну я вообще не знаю, что делать с этим героем. Кто его сейчас будет бить? Не, ну пока, может быть, магический проказ будет входить, особенно в лицо. Так, ставит центривар, Чуань не видно, Чуань подкапывает, получает стан, вейв. Пытается уйти, эпицентрирует, сбивает ему сразу касками, ну и это минус. Дофармился.
Чувань. И Тавр тоже будут забирать. Ну куда? Магический прокат пока сильно имеет место быть. Здесь команда IG, он действительно будет работать и против Бристлбека, но ровно до тех пор, пока Ухай вдруг не надумает купить себе пайп какой-нибудь. Или Blade Mail, или БКБ, вот что-нибудь из этого себе собирает, и все. Ну, Blade Mail даже будет покруче вариант. Грамотно активировав его в замесе, он, в принципе, не только себя сохранит себе свою жизнь, но еще и противника убивает. Так, нам уже пошел Ancient Seal. Без продолжения. Кстати, Феррари покупает себе став. Визардри. Пока не всем понятно, в какой артефакт он хочет выйти. Но это было бы очень глупо увидеть Дагон. Это было бы нереально глупо увидеть форстав. И в Некрономиконах я тоже сомневаюсь. Так что пока став мне вообще это никак не нравится. Ну, Аганим это тоже, конечно, бред. Короче, непонятно, что он будет фармить. Так, вот топ-лейн пытается подловить Чуваня, судя по всему, готовится какая-то вылазка. Получается, ну и вниз ТП. Хроносфера, Куху пытается забрать. Кримсон Гвардия, Беканцев, Кримсон Гвард. А вот теперь давайте посмотрим, что будем делать. Минус Джун. Тавр сохранили, жизнь Вайперу сохранили. Еще от Волдевару ждет противника, увидит здесь Кси. Ну вот Кси поймать, конечно, как-то надо. Вот сейчас форстав будет. Шикучи кончаются. Астральчик. Ультанет ли Муши. Снова уходит в инвиз. Ну, здесь, конечно, разведет Кси. Ну да. Проблема будет в Вивере, конечно. Если соберет себе Линкин сферу, как его ловить, вообще непонятно. А он же соберет. А он же сможет. Ну что, заходит на Тауэр, начинает его потихонечку пробивать. Т2 это уже, кстати, падает у ребят из IG. Там у нас Тауэр на топ-лейне тоже спушили, подтягивается Муши. Муши покупает Тёгер Клаб, будет делать БКБшку. Ну а снизу Войт вроде как тоже прогнали Охайо. Давайте оценим, что у нас изменилось за последние минуты. По графикам видим, что MI вели даже 2000, но полторы осталось. По XP нули пока. Да, но в целом действительно более-менее равная пока игра протекает. И что же купился все-таки Феррари? Ну, некрономиконы он себе купил. Ну, не знаю. Некрономиконы, Квапа. Боюсь, это не выход из ситуации. Ухай продолжает методично так вот Т2 Тавр пробивать с руки аккуратненько, не боится Войда, никого не боится Ухай. Ну и Кси тоже потихонечку давит, ну вот скоро появится Ultimate Orb у него. Надо Хекс купить от Волдвар, вот что нужно взять, просто Хекс для Муши, правда Муши не имеет такого жесткого фарма, в замесах он тоже фраги не делает и без Мидаса он фармит, поэтому надеяться на быстрый Хекс, конечно, смысла нету, но хочется, вот появился бы Хекс, все. Не прощай. Ну вот Вайпер здесь подошел, но что может сделать Вайпер? Дайс Вайпер слайд, может. Не, без Вич-Доктора, без... без Иксана, Vengeful Spirit, ну, гангать вообще бесполезно. Без танов от вас противник будет просто убегать, выпрыгивать как-то там, телепортироваться. Все остальное делать. Вот успокоилась немножко игра. ТП на топ. Ага, не хочет давать Т2 Тавр, не хочет давать фарм Кси. Ну вот Кси 1000 монет осталось. Даже меньше. Ну и медлинию теперь будут давить эти малыши. А Тиреник Вапу спрятали прямо перед блинком. Нет, успеет ли дать каски какие-то. Ну, Сайленс он, да, хороший Сайленс исполнение сковоров мага. Очень грамотно оценил ситуацию, понял, кого нужно тут. Не дать что-то скастовать и... Вот, врывается Войд, куполочек по двоим неплохо. Нета спрятали, отлично. Подкоп пошел в Икса. Соник Вейв, Нет выхиливается Меканзмом, ну и Джун проседает. Ставится у нас Десвард. Что-то он все-таки накрыл Виви, но Вивер тоже накрыл, мы видим, снова ультимейта. От ОД, Куху снова прячет ОД, мужик как качественно отыгрывает мужа, конечно. Своих сейвит, прям молодец. Стан Чуаня, ну и Чуань тоже погибнет, 1-2. Урна в Куху, прыгает дальше Феррари, Феррари прыгает, дает скрим, все-таки добивает Вайпера.
А будут ли наказать Феррари? Прячет в астральчик. Здесь подтягивается Охайо с топ-линии, только-только подошедший в замес. Ай, без маны. Без маны у нас, да. Феррари тоже будут забирать. Охайо смертоносен уже. Ну, выигрывает драку. Ну, вряд ли это можно назвать салат, судя по денежному выражению. Плюс на 1000 монет вышли ребята из Team Allegiant после этого замеса. 3500 опыта получили. Ну, 1800 взяли себе опыта IG. Ну да, драка выиграна. Драка выиграна, если еще и Тавр заберут, вообще будет прекрасно. Но IG уже на 20-й минуте столкнулись с проблемой в том, что не хватает магического прокаста. Просто не хватает. Дают Sonic Wave, дают какие-то прокасты, но все это спокойненько доджится ребятами из Малыжа. Астральчиками, Меканзмами, Кримсон Гвардами. Вот выхиливается как-то все, и все получается. Ну вот 5 товаров спушили нас Малыжа, теперь остался последний внешний, и на него потихонечку тоже переходят. Ну и сносит еще последний внешний тавер. Окей. Ну что ж, на хайграунд сразу или рановато еще? Видимо, рановато. Вообще, на самом деле, тоже затягивать как бы смысла особого нет Team Malaysia. Если вот так вот без боя вам достаются все эти товары, надо дальше пытаться заходить. БКВ покупает себе Муши, там тем временем Майджи зашли на Рошана, будут забирать Аегис, Джун здесь под Момчиком нарезает, Феррари вторые некрономикончики, которые рядом стоят, тоже настреливают. Ну, понятное дело, с Коров Мага ничего нового нет. Ну и Аегис достанется у нас к вапе. Бликдаггер вот только-только появляется у Чуаня, да. Чуань собрал очень быстрый Аркан Буцы и невероятно медленный Даггер, да, невероятно. Поздно он себе его собирает, 0.48. Практически в каждом замесе он погибал. Грустно. Грустно это видеть. А что еще грустнее всего, что теперь-то может даже и Даггер не пригодится этим эпицентром. Не, ворваться-то, конечно, надо будет. И будет рваться у нас этот Чуай на Санкинге. Но, боюсь, дэмэджа внесет он немного. Ну, то Депт просто имеет уже БКБ, ему уже плевать. Прокат сирени, вот, правда, Джун входит. Муши зацепили, свап от Винги. Очень хороший свап. БКБ юзается. На всякий случай на развороте. Так, Форстав пытается Джуна поймать, но Джун на момочке достаточно неплохой мувспил 454. И догнать его не получилось. Там Митти время у нас атака пошла, но Куху, Меканзм уже прожимал. Энджин Сил спал с него, Вайпер Страйк, Аркан Болл заезжает, Куху опять же его пережил. Тайгер его там не добьет, но по идее не должен. И Чизбак тоже каким-то чудом живых остался. Ну, в общем, все на лоу ХП. Ну, правда, Иск Си доходит на это. Свормы, есть Мэджик Банды, Нет. Ну, опять же, в живых остается. Ну, как так получается? Вроде врываются, все выдают, там все ультимейты, а в итоге все переживают. Ривер Линка, Охайо покупает себе Ривер и Тарасочка на подходе. Счет 9-9. Ну, и вроде как вот не самый результативный счет, скажем так, да? То есть даже меньше, чем фраг в минуту делают обе команды, но активности-то много, что самое главное. Постоянно кто-то кого-то пытается убить. Может, не особо получается, потому что куча сейвов, куча подхила, но, тем не менее, не пытаются. А, покупает себе гем Vengeful Spirit. Вот оно, кардинальное решение проблем против Си. Теперь верочка будет видно в каждом замесе. Опять же, это не добавляет ни в коем случае контроля, но главное, что теперь знать, откуда ждать беды. Так, ну и смог вылазка от IG. Ага, на нижнюю линию, кстати, здесь Муши может все дело обнаружено. Здесь у него БКБшка есть, не успевает, которую он прожать. Прокастик слили в Саладину. И здесь еще и их, скорее всего, подставляется, высвапывает, подставляет Нета. Ну, Вера, думаю, все равно кого бить. Что ж другого, Чуаль ворвался эпицентра, минус Нет. И Охайо подкопали, и Вайпер получает Ancient Seal. Ну вот, байбек от Муши, и что же делать дальше? Чизбак пытался нагу сделать, типа, аут, его здесь не простили. И Феррари тут, конечно, что-то перебоковал. Через секунду появится Блинк, и Аегис он потерял. Окей, а после Аегис как убивать? Непонятно. Ой, да ладно. Сбил. Хорошо, красавчик Муши курьером здесь прочекал Феррари, и теперь Феррари нужно каким-то образом убивать. Как его убивать, непонятно. Хотя вот так вот. Нормально. Саркан арбов, давай на резашки. На тычку еще, замечательно. Ох ты, Муша, конечно, красавчик.
Просто красавчик. Отыграл в этот момент на 5 с плюсом. Ну, вроде как-то фраг больше сделали ребята из IG, но, с другой стороны, у них и Аегис был, да? И Аегиса они потеряли. Так что, с учетом Аегиса, разменялись более-менее равно. Вот итоги боя смотрим. Последние итоги. Здесь за клапу только дали 1700 экспы. Если посмотрим общие графики, видим, что те малые же вели даже 2500. 1000 у них осталось по экспе. Ведут IG на 2 с чем-то. Ну, еще и также стоит отметить тот факт, что для IG есть золотой запас в виде линеечки Т2 Тавро, которая еще не была снесена. Так что, если вдруг что-то не пойдет не так у Team Malaysia, то там внезапно графики пойдут вниз для IG. Трилхаммер у нас, Укси. У Бинги есть, конечно же. Гем. Тысяча 200 монет осталось у Вайпера до Аганима. 7 у него. Охайо что-то к себе купил еще. Это будет еще и Сэнджи, я так понимаю, еще какой-нибудь Хелбер тебе приобретет. Ну, чтоб, я не знаю, чтоб Войт не бил, чтоб Кси не бил. Ну, просто вытыкать. Неплохо очень. Ну, а лучше должен Хекс. Ну, вот других артефактов просто не придумаешь. Самый лучший арт, который им понадобится, это Хекс. И Квапу останавливать, и Кси останавливать. Ну, все это нужно. И без контроля очень сложно будет тратиться. Что же Войда? Ну, 2600, кстати, нафармил себе Джун после Мома. Так, и вот смотрите, вот Кси. Вроде бегает, да, его тут... Тут, смотрите, сбьют линкуст, а вот это хорошо, вот это хорошо. Хорошо, что тут теперь рядом два дизейблера единственных осталось в команде у Эмма, и вот они оба оказались возле Вивера. Каски, плюс танчик от Фенги, Линка сбилась, там поймал и отправили в таверну. Ну и 45 секунд не будет у нас, кстати, Кси. Байбек у него, по идее, должен быть, в случае чего. Да, байбек есть. Но этот байбек желательно бы развести. Это было бы весьма неплохо. Вот заходит на хайграунд наглый Охайо. И по 254 дэмэджа с руки-то лупит. И еще дэмэдж-то растет. 284. Это неплохо, Охайо. Очень даже неплохо. И как драться, и как его убивать, вопрос. Чувань тут наспрятался, Джун тоже. Ну-ка, давайте посмотрим на использование тут и вот... А у них комбинации со стороны ребят из IG. Джун. Так, ну вот врывается. Ну вот куполочек, окей, по двоим. Мистик Флэр в муши тоже неплохо. И высвапывает. Тут у нас БКБ пошло. Эпицентр Ачуани вообще в никуда уходит. Каски залетают. Минус один. Это минус Войт. Ковров Маку тоже крылья обломали. Феррари тут с Чуанем ретируется подальше от своей базы. Это минус сторона. Может быть, даже не одна. Перепикали. Ну, как мне кажется, действительно, аутпик здесь решал. Очень четкий пик в исполнении Муши. И не всем понятный пик со стороны ребят из Эджи. Вот он, Sonic Wave залетает. Неважно. Подхилы от Пич Доктора. Смотрите, забрали еще одного. Кси пытается что-либо сделать. Сбили линку, успевает таймлэпс прожать. Потеряли двух суппортов. Ну, Ахай, вот как их убивать? Это Ахай просто идет и бьет. Окей, минус Муши. Кси почему-то телепортейшн вообще прожал здесь. От страха или от чего, я не знаю. Что делать Ахайо? Ахайо все равно, он против всех готов драться. Лол. Такой этот жесткий парень. Ну все, говорит, надоело. И уходит. Да, ну 16-15. 28 минута встречи. Мидлейн потеряли у нас IG. Тут итоги боя, ну вот такие есть итоги боя. Ну вроде как IG немножечко в плюс себе разменялись. Ну то такое. Ну вот оно. Малые же преимущества 4000, 1500 по XP. Йохай 704 на 0 отыгрывает Бристлбэк. Вот это круто. Байбэк есть только у Войда. Да, ну кстати, у Джуна там 2600 было, да, мы помним то замеса, и вот видим все эти передряги, смерти, и вот остался у Готлап 1600. Ну, те же самые 2600, грубо говоря. Но это уже никакой не Майлстром, это Огр Клаб, и я так понимаю, что это вообще какой-то сейчас будет БКБ, либо вообще Аганим. Но что БКБ ему здесь не поможет вообще никак, что Аганим, скорее всего, тоже. Ну и Дизолятор только пытается выформить себе Кси. Может, помирал, но вот так, покупается Ultimate Orb, все прекрасно понимает, у нас Stall Devour. Хекс будет, рано или поздно. Так, сбили линку, вейв. И касками должен это накрывать, но тут уже вижены нету. А вот каски, вышел за низ Кси, что дальше делать? Вайпер Страйк. Успел убежать. Поджигать замедление на развороте. Хорошо. Мистик Флэр в нета. Ой, куполочка Джуна. Не успели спасти. Уху, там Миканс не дал. Вот только от Волдевара спасает Венджипл Спирит. Ну, а Хай здесь уже одного разобрал.
Опять же, проблема только с Кси. Как его ловить? Вроде бы есть чем убивать, а вот контролить никак. Вот он еще таким вот неприятным вещами занимается. Ну что, по нижней линии зайдут ли сейчас Тималэжа? Ну, по идее, должны. Нет никаких препятствий к этому. Чуань занял свое положение. Чуань сейчас захочет ворваться эпицентра. А Джун где-то здесь тоже, но хроносферы нет. Вот это вот проблема. И где у нас Феррари? Феррари сплитпушер, третий Некромикон и Ultimate Torp. Ну, давай посмотрим, что твой Sonic Wave сейчас делает. Ворвался Чуань, муж пытается рассказ забрать, и муж таки погибает. Но Чуань здесь тоже просел, Джун врывается. Есть Меканзом, подхиливают Икса, не дают ему помереть. Так, каскет пошли. Ну и Ухайо богоподобен. Да, можно, конечно, бесконечно разбирать суппорт. Этим и занимаются сейчас ребята из IG. Но что делать с Ухайо? Что делать с Ухайо? Таймлэпс, вайпер страйк. Ну, как с ним бороться? Никак. Бараки, конечно, себе сохранили сейчас IG. Но кор-героев они убить все равно не могут. Просто настолько жесткий, настолько плотный, что дэмэджа не хватает. Даггер покупает себе Бристлбэк. Это, так, видимо, вопрос о том, как Вивер догонять, что ли. Ну, лучше бы тоже Хекс собрал, на самом деле. Да, вот еще, конечно, неприятно было, что муж и погиб. Все в него всадили, абсолютно все. И он тупо себя даже в астрал спрятать не смог, даже БКБ не прожал. Так, уху, Джун, куполочек, накрыла. Куху убьет, куху, скорее всего, здесь должен помирать. Даст, ну, конечно, Меканзу, Вайпер Страйк там, ну, это все. Такое, ну, я не понимаю просто, что делал у нас там Вайпер. Начинаю понимаю, он за Виталити бустером, хотя можно было курьер отправить. В любом случае, оторвался от своей компании, в итоге просел. Так, теренем Чуань. На каком рынже подцепил Нета, Мистик Флэр, Нет ведь тоже проседает. Нет пытается жить, высвапывает его, Нета спасти. Рядового хорошо и спасает, ведь в астрал его там скинул. Может, это, правда, сейчас ворвется, Феррари будет добивать. Дал даггер, Нет выхиливает себя и таки живет. А посмотрите, это был байт. Был просто профессиональный байт. Некрономикончиков разобрали, мы видим, быстро. Ну, размен таки один в один получился. Кси-дизолятор. Д-300. Ну, заберут Аегис и, наверное, стоит все-таки отдать муж этот Аегис. Чтобы уж не помирал так сразу, так быстро. Ну и надо бараки сносить. Но, правда, сейчас там идет жесткий сплитпуш. Хотя вайпер от дефает, я думаю. Одну тут мапу точно сможет. И нет необходимости сюда всей команде, но... Нет, там все-таки идут. Идут спасать свою базу Тималейжа. Вот он заходит муж, астрал спрятал. Феррари. Алты геройчик и блинкаут. Попадать быстрее, чем муша может накопить себе на кекс. Внезапно. Ну, пока IG держится, действительно. Ловит на ошибках Тималэйжа. Малыйжи действительно ошибаются, играют уж не безукоризненно, да, и можно их вот на этом как-то подлавливать, пытаться делать какой-то камбэк, но вот уже, вот. Кстати, к вопросу о контроле, да, отдыхаю. У меня появляется Башер, у меня появится Abyssal Blade, и что же будет делать Фивер? Я не знаю, что будет делать Фивер. Фивер будет вешаться. О, каким-то образом до 32 минуты еще один тавер жил и стоял. Demon Edge покупает себе Кси. Хотя он уж такой знает, что убить его нечем, на самом деле, пока. Что он может позволять себе бегать 1300 хп в замесе. И при этом убивать. Ну и под смоком вылазка от Тималэйжа. На нижнюю линию, конечно же. Хочется предварительно забрать фраг. Например, на Джуны каком-нибудь. Вот он, Джун. Опа, успел таймболку уйти. Хорошо. Хекс появляется у капы. Ну что ж, давайте посмотрим за этой дракой. Бараки. Есть глиф. Ухай идет. Ухай танчит. Это правильно. Чуань врывается. Подкопать смог только одного. Здесь Кси рядышком. На дагер впрыгивает. Больше как же больно с ковров магу. Ну, смотрите, даже с дизолятором не пробивает. Так, Терем ставит купол, но никого не попадает куполом. Боже, Кримсон Гуард. Как же ошибается Джун. Джун еще и под момом разрывает в секунду. Ультует от World Devour, но ульт тоже был не самый хороший. Поторопился немножечко. У нас эпицентр врывается. Чуань двоих подкопал. Двух суппортов, кстати. Пытается их забрать. Дэмэджа не хватило. Минус Чуань. Ну и Аегис потерял только у нас World Devour. Sonic Wave заезжает. Хорошо. Минус два саппорта.
Минусует сразу же от Феррари. И КГ пишет у нас чувак. 2-0. 2-0 Team Malaysia. Просто превосходная игра. Муж и его компания доказывают, что они здесь не самые слабые. Они доказали, что IG самые слабые среди восьмерки этих команд, приглашенных на турнир World Cyber Arena. И это, на самом деле, эпично, очень эпично, что IG на своей же, грубо говоря, территории занимает одно из последних мест. Да, но Team Malaysia будут сражаться дальше. Я вам сейчас включу сеточку и покажу, что у них там будет. Так, вот обновлю. Кто их там? По-моему, Cloud9 их ждут. Сейчас вам точно скажу. Так, вот сеточка. Да, Team Malaysia будут играть против Cloud9. Эта игра состоится завтра. Очень даже молодцы. В принципе, вы знаете, с текущей игрой от Cloud9 у Team Malaysia есть шансы. И если муж своей компании подсоберется, они могут еще попасть и какой-то финал виннеров. И это будет очень хорошим показателем для них. Да, но это все будет завтра. Ребят, еще раз напоминаю, что на канале StarLadder 1 сейчас трансляция продолжается. Там Na'Vi все еще никак не могут сыграть с LGD. Так что переключаюсь туда, и Влад комментирует. Влад там, видимо, горит с того, что много лагов будет. Но в любом случае, оставайтесь StarLadder, конечно. И мы с вами надолго не прощаемся. Завтра с утра опять же ждите касты. Будут фрывы и будут опять же у нас турнир World Cyber Arena. Ну а сегодня также вам напомню, что будет SLTV Европа под вечер. Уже, кстати, вечер, так что имейте в виду, смотрите новости на 2.stalator.tv. Подписывайтесь на мой паблик, также vk.com/adekvattv. Ну и всем пока-пока.